Да, это Юрий. Алло. Алло, я вас слушаю. Я просто не очень понимаю, как мы будем с вами работать, если вы e-mail не можете правильно написать. Как вы собираетесь с клиентами работать? Ну, потому что в e-mail, в каждом e-mail есть знак, называется собачка. Вот. И вы его даже не написали. Ну, как бы, не понимаю вас немножко. Нет, вы неправильно написали e-mail. Посмотрите то, что вы написали. Напишите правильный e-mail. Я не могу найти ваш e-mail в почте, потому что у меня в день приходит несколько сотен писем. Вот. Поэтому я просил написать смс-кой. Напишите правильно, пожалуйста, e-mail. Я вам отправлю то, что я обещал. Я все делаю то, что обещаю всегда. Хорошо? Мы серьезная компания, и мы занимаемся судьбами людей. Иммиграция – это очень серьезный бизнес. И здесь должно быть все. Давайте, напишите правильно, я все вам отправлю. Хорошо, я буду ждать. Угу. Пока.